Эта магистраль соединяет юг Тюменской области и северные округа. Работы на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск начались еще в 2019 году. Теперь здесь вместо двух полос – четыре. По дороге ездят не только легковые автомобили, но и тяжелые транзитные машины. Поэтому раньше на трассе были ямы и колея. Но сейчас все поменялось. Водители говорят, что можно спокойно поставить стакан с водой на приборную панель. Мы проверили, действительно, ни капли не пролилось. Работы велись сразу на двух участках. Первый между поселком Барки и селом Покровское. Это чуть больше 40 километров. Второй заканчивается в пределах Яркова. В общей сложности почти 85 километров. Протяженная дорога была еще и самой аварийной. Ее даже называли дорогой смерти. Только в 2020-м тут произошло 145 крупных аварий. Погибли 35 человек. Большая часть ДТП спровоцирована выездом на встречную полосу, поэтому безопасность стояла во главе угла. За время реконструкции вокруг магистрали построили всю необходимую инфраструктуру. Больше 100 километров ограждений, 11 разворотных петель, 3 надземных перехода, провели 24 километра линии освещения. Дорога достаточно густо населена, практически на всем протяжении есть населенные пункты, так и вопросы, касаемые транспортного обслуживания населения с использованием уже новых дорожных условий, которые связаны с разделением потоков. Поэтому это не... Без всяких там тени сомнений, это успех. За сутки здесь проезжают больше 15 тысяч машин. Общая протяженность Р-404 – 980 километров. В границах Тюменской области находится больше половины. Сейчас до четырех полос расширено 120 километров трассы. В следующем году работы начнутся еще на 30 километрах. А к 2026-му участок трассы от Тюмени до Тобольска будет полностью четырехполосным. Реконструкция продолжается, но пока не решилась одна проблема. Из-за работ на мосту, который проходит через Иртыш, летом были многокилометровые пробки. Водители переживали, что после ремонта и расширения дороги движение упрется в так называемое горлышко. Капитальный ремонт должен решить и эту проблему. И я уверен, что к окончанию работ этот мост уже не будет узким горлышком. Хотя, конечно, все это время, пока будет идти работы по капитальному ремонту, определенные трудности и неудобства для автолюбителей будут, но уверен, что сегодня все уже с пониманием относятся и видят, с какими темпами идет строительство. В этом году отремонтировано больше 100 километров федеральных дорог. В планах на следующий закончить реконструкцию на отрезке трассы Екатеринбург-Тюмень. Юлия Никифорова, Роман Чинахов, Тюменская служба новостей.